Самое же сложное на самом деле принять не других людей. Самое сложное самого себя принять. Потому что, ну вы-то про себя много чего знаете, больше, чем все вокруг вас. В чем гений Достоевского? У него герои как бы обсуждают принятие самих себя. У них вот такая мысль. А вот если я так подумал, я не подлец, и вот это... Оно, это же благородного там это. Но много бывает такого благородного, что подлецы делают. И этот его внутренний монолог, это же, ну, конечно, в таком гипертрофированном виде там, и так далее, мы от себя прячем все эти внутренние рассуждения, но они в нас есть. И мы-то про себя знаем, что мы, ну, не очень хороши. И вот принять себя целиком – это сложно. Но после того, как вы это сделали, вы просто, у вас нету другой альтернативы, как принимать людей прямо как бы с запасом.